32 сельских участковых получили новые служебные машины. Ключи от УАЗов «Патриот» им вручил замначальника краевого ГУВД Юрий Сафронов. По его словам, на служебных внедорожниках народные полицейские смогут оперативнее работать на своих участках. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов с плохими дорогами. Непосредственно совместно со своими коллегами обслуживаем территорию, по количеству 10 тысяч человек, и 25% территории у нас не асфальтировано, не имеет твердого покрытия, поэтому врученная служебная машина будет хорошим товарищем, коллегой в нашей работе, в нашем легком деле. Автомобили выдают по целевой программе «Сельский участковый». Закуплено 264 УАЗа. Пока их на всех не хватает. Поэтому первыми служебный транспорт получат участковые, прошедшие определенный отбор. Мы учитывали как нагрузочные показатели на по той или иной территории обслуживания, так и характеристики участковых, будем так говорить, их служебные характеристики, возможность ими, их возможность управлять транспортными средствами, наличие соответствующих навыков и удаленность территории, которую они обслуживают. То есть все это выдавалось с учетом основных таких достаточно большого количества критериев. Руководители ГУВД пообещали, что до конца года еще 90 сельских участковых получат по служебной машине. 30 из них УАЗы и 60 – Нивы.